Осужденные, что находятся в колонии поселения, сегодня имели возможность встретиться с родственниками и близкими вне графика. Так в учреждении минимальной безопасности номер 40 был организован день открытых дверей. В данном мероприятии приняли участие более 20 семей. С жизнью учреждения и условиями пребывания осужденных ознакомился и наш корреспондент. На мероприятии, проходившем на территории учреждения, лица, отбывающие наказание, и родственники, пришедшие на встречу, не скрывали радости. Адилю Садбаеву назначили 1 год отбывания наказания. В настоящее время он трудоустроен и работает. Благодаря организованному мероприятию он встретился с семьей и был несказанно рад. В свободное время занимаемся спортом, играем в футбол. Вот на той неделе буквально посадили вот эти вот деревья. У нас выезд есть, получается, там выращивают эти деревья. Вот. Дали нам саженцы, вот посадили. Для Айнур Садбаева сегодня один из особенных дней. В день открытых дверей она специально приехала с Житой горы для встречи с супругом. Хочу сказать большое спасибо администрации за то, что дают такую возможность уже не в первый раз приезжать, посмотреть, все это увидеть своими глазами. Я приезжаю из Житой горы к своему супругу уже в третий раз сюда. Нас очень хорошо встречают, прям полностью показывают, чем живут, как протекает жизнь. Потому что все равно дома переживаешь, не знаешь, думаешь об этом, как он там. А сюда приезжаешь, действительно видишь своими глазами, что все нормально. Действительно, учреждение, которое исправляет, о многом задумался мой муж здесь. Поэтому большое спасибо вам. Учреждение номер 40 раньше называлось колонией-поселение. Теперь это учреждение именуется как с минимальным уровнем безопасности. Сейчас здесь более 160 осужденных. Данное мероприятие у нас посвящено в первую очередь для поддержания осужденных социальных связей с родственниками, с близкими. Во-вторых, чтобы сами родственники, близкие увидели как бы условия содержания, условия проживания. Осужден содержится, который, как говорится, доказали свое исправление, стали на путь исправления. В нашем учреждении на сегодняшний момент трудоустроен 100%. Работает на сегодняшний день у нас 10 рабочих выездных объектов. Все трудоустроены, как это мельница, стройпласт. Сотрудники службы пробации отмечают, что такие события идут только на пользу. Здесь члены семьи могут ознакомиться с условиями содержания. К слову, сотрудники службы пробации замечают положительные изменения заключенных, а это значит, они становятся на путь исправления. Сегодня в учреждении номер 40 проходит день открытых дверей. Цель мероприятия – это общение заключенных со своими родственниками. Здесь мы показали условия содержания. Это второе посещение родственников за год. Мы видим положительную динамику в общении между заключенными и родственниками. Учреждение минимальной безопасности номер 40 «День открытых дверей» организуется 2-3 раза в год. Такие мероприятия позволяют отбывающим наказание социализироваться и стать на путь исправления. Амирлан Байганыс, Рахат Сискан, Диарахмечен, телеканал Костанай.